покупаю витражную ленту вот в таких вот бобинах. Я ее использую достаточно часто, и покупать на метраж мне смысла нет. Вот в этой бобине 50 метров. И покупать, кстати, с сайта, да, а не на метраж у производителя напрямую, намного дешевле. Выходит себестоимость 1 метра витражки. Вот. Она бывает разной ширины. Это у меня 3,5 миллиметра, сейчас покажу. Есть потоньше витражная лента, есть двойная витражная лента, есть очень широкая витражная лента. Сейчас я вам его покажу, она в шкатулке есть. Вот. Эта. Вот. Если видно, где она? Вот это вот витражная лента, смотрите, какая она широкая, она сантиметровая. То есть всякое-всякое разное, в зависимости от декора, что вы хотите делать, вы ту витражку и покупаете. Что я делаю, как ее приклею? Вся витражная лента, она на клеевой основе. То есть никаким клеем нам ничего промазывать не надо. То есть мы вот... отделяем просто защитную полосочку бумаги и спокойно себе приклеиваем витражную ленту. На сайте в сопутствующих товарах к витражной ленте продаются различные валики прикаточные, прижимные валики, крестообразные, вот где стыки, когда крест-накрест прижимать. То есть я вот это все не покупала, я приспособилась работать руками с витражной лентой. Вполне себе контролируемая вещь. Поэтому, в принципе... оно и не надо. Что я делаю? Стараемся максимально не загибать витражную ленту, да, то есть не ломать ее. Витражка очень не любит, когда ее ломают. Я отмеряю нужную мне длину, примерно с запасом чуть-чуть. Отрезаю. Что делаю дальше? Сначала я, поскольку у нас круг, да, круг, я немножко в руках прямо вот так вот витражную ленту выгибаю, она гнется отлично. Я делаю, формирую на руках круг, вот этот, загиб. Убираю бумажечку и все, я начала приклеивать. Так. Здесь свинцовая витражная лента, как бы под серебро, но не совсем серебро, скорее свинец. То есть она не такая блестящая, как серебро в нашем понимании. То есть не полированное серебро. То есть пальчиком все прекрасно прижимается, формируется. Не надо витражную ленту бояться. Ольга пишет, хорошо использовать цвет платины. Может быть. Я знаю точно одно, что золотая витражная лента, да, вот, которая у поставщика написано «золото», то золото покупать не надо, надо покупать бронзу, потому что бронза ближе к золоту, больше на золото похоже. Вот. Я всегда покупаю бронзу, а не золото. Теперь смотрите, хвостик. Как сделать, как ровно отрезать? У меня есть такой инструмент. Из набора для резьбы по дереву. Вот такой вот ножичек. Я им это делаю. То есть я делаю нахлёст-нахлёст витражку. Она у меня легла. Я просто ножичком беру. Между этих двух хвостиков прорезаю. В
Хвостик убрали. Здесь немножко отогнули. И убрали второй хвостик. Что мы можем сделать со стыком, девочки? Мы с витражкой еще будем кое-какие манипуляции производить. Поэтому мы вполне себе можем позволить сделать со стыком вот что. Мы его выровняем немного, поверхность сравняем. Для этого тоже возьмем гель. Можно взять контур, которым мы циферки рисовали. То есть без разницы, что взять. Контур, гель. И вот так вот просто пролить вот этот стык. То есть в данном случае контур у нас выступил герметиком для сглаживания углублений. Все, пальчиком разнесли, выровняли. Таким же образом мы витражную ленту приклеиваем вот сюда. Здесь закрываем стык и здесь закрываем стык. Кстати, витражная лента бывает разных производителей. Вот это у меня сейчас мягкая витражная лента, а бывает она поплотнее такая, она меньше вот, подвержена изгибанию и деформированию. Это помягче, с ней как-то вот попроще работать. Вот. Мы еще вот эти вот палочки должны приклеить. И вот сюда еще витражку должны приклеить. То есть мы все стыки закрываем. Все, что где у нас было накладочки приклеены, мы все это закрываем витражной лентой.